Спасибо. Очень интересный способ работы. Просто это так интересно, что я многое слышу из того, что я слушала по методике Ковалева, одна психолог там это использует, так это использует, ну и без всякого тела, ну то есть вообще не прикасается, чистая работа воображения, вот эти образы очень идентичны как бы, и закрываешь глаза, представляешь, что все, пятый, потом возвращаешься, что ты чувствуешь, и это, и А там постоянно. отличие, да, отличие себе скажу, мы качаем, да, и мы через тело человеку, через его Закрепляем. подсознание это закрепляем, и Да-да-да. человек это освидетельствует. Он может получить свидетельство, что это свершилось. Не просто мы в кайфушке сходили, посмотрели как кино, а мы это закрепили, прописали. У нас есть некоторые ритуальные действия. Ручки на низ Потому живота. что это все в теле и через Когда тело, ты это легче поднимаешься, всего, да? вспомни, вот когда ты делала просто, ну, вот такие вот упражнения на визуализацию, ты открывала глаза, открыла, открыла, все нормально, пошла дела делать. И когда ты сегодня встала, и как энергия, как она плющит, как она ходит, как ее много, как ты ее ощущаешь, что она есть. Понимаешь? Вот тут вот разница. Можно просто смотреть на витрину магазина, да, и смотреть, что там. А можно зайти, начать это трогать, мерить, одевать и купить. И уйти в этом новом. Это разное. А то я сейчас Обладать сижу и этим, не улавливаю, думаю, что быть это. этим или наблюдать просто, что это есть. Быть практиком или теоретиком. Читать о состоянии или прожить это состояние. Понимаешь, через опыт. Холистические сессии – это получение опыта. И когда вы сами сейчас, пока учитесь, получаете опыт, вы прочувствуете, как это на вас. Вы уже знаете, как это. Вы это уже знаете. Знаете, как это в теле. Вы можете это передать другому. А если вы просто посмотрели видео, почему я так просто выкладываю вот эти видео с техниками? Там мне есть чем делиться. Я вообще, у меня не убудет. Я этим поделилась, у меня есть еще и еще, чем я могу поделиться. Но я знаю, что человек, он, если просто возьмет техники, он будет неправильно все равно делать. Потому что видео, оно не передаст это состояние. Техники — это просто техники. Мне потом очень многие пишут, вот кто смотрел мои видео, говорят, что-то, знаете, не работает. Вот там человеку не нравится, как качаю, там еще что-то. Я говорю, ну потому что, возможно, вы не так качаете. Руки-то я вам не ставила, я же вас не знаю. А в состояние вы входите? В какое состояние? Мы просто техники взяли. Я говорю, а вы видели, что у меня там подписочка есть, что это для общего ознакомления, что это не гарантирует вам, что вы уже освоили метод. Чтобы освоить метод, это нужна практика, и нужен человек, кто бы вас провел, кто, по крайней мере, подкорректирует как-то. Нет, мне моя дочь, кстати, сказала, говорит, что ты туда ходишь, он все на видео, говорит, что смысл, говорит, что там деньги платить вообще, куда-то идти. Ну, есть, короче, смысл. Да. Ну и потом есть люди, кто в практиках массажа, да, и есть люди, кому хочется что-то добавить, какие-то элементы. Я не против. Метод будет популяризироваться, и я не против. Главное, чтобы оно было, ну, помогало. Вот эти вот мастер-классы, которые делаю открытые, да, на фестивалях, там же тоже можно взять и уже пробовать. Это же уже, ну, достаточно, чтобы работа двинулась, и руки поставлены, не платили ничего, и, Ну да. скажем, и уже мне же тоже очень многие пишут обратную связь, говорят, только вот там 3 года назад вы были на таком-то фестивале в Крыму, и вот до сих пор практикуем, вот мы с мужем до сих пор практикуем, и все это работает, и так здорово, просто мы живем там, ну, в другом месте, очень далеко ехать, но все работает, помнит, тут главное практика. Практика. И вот даже вот те, там, сколько это было, часов, наверное, 10, там каждый день по 4, по 5 часов я давала, ну, это дало. Не было там такого погружения, как на этом курсе, но Ну, это понятно, тоже. все равно, когда не просто там почитал, посмотрел, а все Да. равно был контакт и. Да, конечно. Ну и потом видео я не даю психологической составляющей, и я даю очень ограниченно про состояние. То есть это можно только офлайн. Онлайн я не знаю, как это будет. Можно, конечно, но пока не готова. Потом руки как ставить, как это чувствовать, ощущать.
Ну, что там говорить? Сенсорное поле еще никто не отменял, пока что его заменить не смог. Не смог даже интеллект искусственный. Вот. Обнимашки, состояние, конечно, восприятие. А теперь, девочки, запах. Онлайн-курс, как правильно обниматься. Онлайн. Обнимаемся с экраном, да? Поднимаем левую руку. Восприятие просто идет уже передача, помимо вот слов, она на энергетическом уровне в поле вписывается. Тогда вот так вот. Ну, потом поле. Оно есть поле. Видите, мы можем просто сидеть и молчать, оно будет. Оно есть.